Женщина, вы на собаку намордник-то наденьте, здесь все-таки детская площадка. Да я понимаю, что он у вас ребенок, а не собака. Но он же вас дебил, он же покусать может. Палку он вчера ему бросил, а он принес. Эй, бздюшня, а ну-ка убрали свой футбол. А то сейчас мяч вам в коляску попадет, у меня Миланка дурочкой вырастет. За молоток возьмется, а я не буду останавливать. Опа, дочь, сейчас мы тебе велик надыбаем. Обыщут нас начисто. Ну-то посмотри, блин, как дебилы по двору гоняются с палкой. Ничего, дочь, ты у меня такое не вырастешь. Мамка тебе не даст менти хлестать. Не, дочка, мать-то у тебя уже не кондиция. Оп! А давай я из тебя блогерку сделаю. Ну-ка давай, ну кляпни что-нибудь. Ну давай, чебуч. Дочь, мы с тобой поднимемся и разбогатеем. Ну-ка давай. Ну давай. Ну что делать надо? Это ж, блин, блог. Это ж тебе не как Тигран Тиграныч на коньках кататься.